Че творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, бродивший по интернету, я наткнулся на потерянный эпизод ниндзяку под названием «Все ниндзя мертвы». Серия начинается с заставки. Все было мрачно, темно и рыпело, что невозможно было слушать. Переход на ниндзя. Они летели на своих драконах, куда-то вдаль. Они решили стать передохнуть. Приземлились они на ближайшую землю. Ниндзя отправились в город. Поели конфет, посмотрели на статуи и собрались лететь дальше. Как вдруг у красного ниндзя из сумки выпала какая-то записка. Они все начали рассматривать этот свиток. Синий ниндзя спросил, что там написано. Там был какой-то непонятный шрифт. Белый ниндзя сказал, что это древний язык, и начал читать. Слушалось очень жутко, как будто было какое-то заклинание. Вдруг резкие помехи. На фоне играла жуткая музыка и темный экран, который висел 2 минуты. И выскочила надпись 2 дня спустя. Переход на сенсея. Он сидит и медитирует, но ему начинают мешать крики из соседней комнаты. Он не выдержал и пошел к ниндзям. Он увидел, что все 4 ниндзя играют в приставку. Переход на ниндзя. Они были странные, их глаза были темные, как космос. И все они были злые, что не было похоже на них, ведь обычно они веселые. Сенсей выключил телевизор. Ниндзя озверели, и красный ниндзя вытянул нож и проткнул сенсея. Это была фатальная смерть. Такого не ожидал бы никто. Резкие помехи. Они начали драться против друг друга. Красный ниндзя против синего. Это был бой не на жизнь, а на смерть. Очень быстро красный ниндзя нанес удар огненным шаром, который убил синего ниндзя. Везде летела кровь и кишки. Следующий бой был черного ниндзя и белого. Белый ниндзя использовал запрещенную тактику заморозки, но черный ниндзя не растерялся и отрубал ноги белому ниндзя. Это была жесткая смерть. И вот уже финальный бой. Черный ниндзя против красного. Черный ниндзя со всей силы ударил по земле, и красного ниндзя отбросило на деревянную вывеску. И так красный ниндзя умер. Трагическая смерть. Казалось бы, все, 3 трупа и 1 победитель. Но сущность, которая в них всех вселилась, решила поиздеваться и ушла из черного ниндзя. Когда он очнулся, он понял, что случилось. Из его глаз пошли красные слезы. Это был конец. Черный ниндзя от горя и печали спрыгнул с обрыва. Серия закончилась. В конце были титры. Было написано: режиссер Крик. Ладно, ребят, это был почтальон, он мне принес какую-то посылку, там большая крупная коробка, не знаю, что ли. Наверное, что-то родители прислали. Что ж, давайте посмотрим, что же это за видео. Ну что ты? Тебе разве не нравится моё кино? Скажи. Иди в драку! Настя! Нет! Стоп! А что тогда в посылке? Пишите в комментариях, как вы думаете, что в посылке, я побежал! На этом все, с тобой был Сергей Онис. Поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал, тебя ждет много чего интересного. И жми на колокольчик, чтобы не пропускать новую серию. А также смотри прошлые серии. И помни, это всего лишь мое воображение.